Друзья, всем привет! Сегодня я хочу пересадить свою глоксинию, которую я вырастила из двух листочков. И вот посмотрите, что у меня получилось. Сама не ожидала таких результатов. Мне весной, ой, вернее осенью, поздней осенью уже, дали два листочка глоксинии. Я их всунула в землю, полила и вот так завязала целлофаном. И поставила в теплое, даже не подсвеченное место, ничем оно не подсвещалось, но недалеко от батарейки. Было так тепленько. Вот. И представляете, выросли глоксинии. У меня был опыт выращивания глоксиний в весенне-летний период. Но чтобы вот с осени на зиму, у меня такого не было. Но вот первый раз получилось. Посадила я в обычные, вот эти два листочка я всунула в обычный просто стаканчик. Насыпала земельки цветочной, какая была, и завязала пакетом. Пакет не дырочек я в пакете не делала. Вот как я посмотрела в интернете, поставила, думаю, будь что будет. И вот что получилось. Теперь она уже, гляжу, сейчас, когда пошли, конечно, росточки, я ее поставила под фитолампы, обрадовалась, что у меня вот такая красота получилась. Получилось от одного листочка два росточка и от второго. Только от второго они немножко поздние. Надо их рассаживать, потому что вот эти большие не дают расти вот этому вот маленькому. Что я для этого приготовила? Приготовила я вот такие горшочки. Керамзита у меня не оказалось. Вместо керамзита я насыпала сюда, просто измельчила пенопласт. А сюда вот что придумала. Взяла яичный лоточек, проделала дырочки. Думаю, вот так земелька будет стекать, и водичка будет в эти крупные дырочки стекать. Вот так ее поставлю, и будет нормально. А то дырки сильно крупные в горшке, будет и земля просыпаться, и дренажа никакого не будет. А это вместо дренажа. Вот такие горшочки будем сажать. Дальше приготовила землю. Обычную цветочную землю, но добавила сюда кое-что. Сейчас вам покажу. Добавила вермикулит. Вот такой у меня. В последнее время я его люблю добавлять. Вот так вот он выглядит, такой блестящий. Он бывает разный, но у нас продается вот такой вот. В обычных цветочных магазинах. И немножко добавила кокосовый торф называется. Он продается в магазине в брикетах. Я его распарила по инструкции и добавила, перемешала. То есть он будет удерживать влагу и не так будет просыхать земля, потому что у меня солнечная сторона, воздух маловлажный, низкая влажность. Поэтому нужно, чтобы наши растения цвели и радовали нас. Ну и в самой земле, если вот можно увидеть, такие были белые крапушки, это перлит. Сейчас много земли цветочной продают уже с добавлением перлита, с добавлением азота, фосфора, калия. Все делают для нас. Итак, что я буду делать? В горшочки, в наши, я буду насыпать земельку, нашу земельную смесь уже приготовленную. Каждый так насыпем. Насыпала я в каждую 4 у меня росточка, 4 горшочка.
Насыпала я земельки в каждую. Отставим пока в сторону. И что, будем теперь доставать наши росточки. Хочу аккуратненько, я их вчера поливала, аккуратненько вот так вот ложечкой их вытащить. Земля, конечно, немножко спрессовалась за это время. Ну ничего, вот по два росточка сейчас вытащим. Можно даже их особо не вытаскивать из земли, а вот так аккуратненько разделить. Они уже переросли. Нужно было немножко раньше этим заняться. Но ничего страшного. Вот смотрите, совсем манипусенькие получаются вот эти корешочечки. Будет развиваться клубень. Ну ладно, теперь что мы делаем дальше? Разъединили. Теперь беру горшочек, делаю отверстие ложечкой, немножко наливаю водички в луночку и присаживаю растение. Не глубоко. И вот так аккуратненько его присаживаю. Немножко землю притаптываю, чтобы оно не болталось. Вот одно. Оно у меня стояло под фитолампами. Сейчас я хочу его поставить на подоконник. Но там тоже будет фитолампа включаться, только уже в вечернее время. Там у меня стоит Дендробиум нобиле. Это такая орхидейка. Вот. И теперь вторую. Вот здесь даже земелька не убралась. Я ее тревожить и не буду. Прям вот так и поставлю в луночку. Потому что корешочки совсем молоденькие, чтобы не повредить. Аккуратненько, надо аккуратненько с ними обращаться. Все, и поставлю. Пусть цветет моя красота. Ну и также сделаю такую же процедуру вот с этими маленькими. Может, даже одну отсоединю, а вторую пока здесь и оставлю. Сейчас посмотрю. И вот такая вот у меня красота получилась. Из двух листиков получились 4 растения глоксинии. Теперь какие мои дальнейшие действия? Поставлю их на подоконник, потому что, как из опыта других, я поняла, что на подоконнике им лучшее место. Но все равно в вечернее время будет включаться фитолампа и попадать на них, потому что там рядом стоят орхидейки. Вот такая вот красота. Поливать я буду вот именно в этот поддончик. Сверху я поливать не буду, а именно снизу. Земля впитывается и прилично держит влагу. На этом буду я свое видео заканчивать. Всего вам хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. Всем пока-пока!